Приветствуем наших милых зрительниц на новом обзоре от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы продолжаем показывать новинки серебряных украшений из нашего каталога. Посмотрите ролик до конца и обязательно напишите нам в комментариях, какие из представленных украшений понравились вам больше всего. Также мы, конечно, будем благодарны вам за вашу обратную связь, комментарии, лайки. Делитесь видео с друзьями, все это очень помогает нам развиваться и делать новые видео для вас дальше. Приятного просмотра вам, ну а мы уже начинаем. Начинаем наш обзор с невероятной красоты комплекта украшений. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и вставка искусственный янтарь. Эти серьги и кольцо с великолепной прозрачной вставкой, потрясающей фактуры и с удивительным количеством вкраплений. Не передать словами всей красоты этих изделий. С ними ваш осенний образ гарантированно станет еще ярче и богаче. Размеры вставки в обоих украшениях 25 на 18 мм. Размеры верхней части кольца 28 на 21 мм. Паспортный вес кольца 8,86 грамма. Высота серег 44 мм, ширина 21 мм, паспортный вес 12,35 грамм. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделия оксидирования, вставка фианит. Комплект всегда актуальной классики. Крупный фианит, филигранные узоры, минималистичное основание как серег, так и кольца. Что может быть более благородным? С этим комплектом вы точно не останетесь без комплиментов. Ну а заполучить себе такие украшения очень просто. Нужно всего лишь перейти по ссылкам в описании под видео и оформить заказ на нашем сайте серебряныяптица.рф. Спешите, пока этот комплект еще есть в наличии. На серьгах английский замочек, их высота 21 мм, ширина 13 мм. Рабочая зона крючка застежки 7 мм. Паспортный вес 7,4 грамма. Диаметр верхней части кольца 13 мм, паспортный вес 4,3 грамма. Диаметр вставки на обоих изделиях 10 мм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Оригинальные украшения с орнаментом будут очень выигрышно смотреться с образом в стиле сафари или черно-белым нарядом. Но это только наше предположение. Мы уверены, вы уже мысленно составили непревзойденное сочетание этих украшений и одежды именно для себя. И именно они будут для вас самыми лучшими. Главное, не забудьте основную деталь – вашу прекрасную улыбку. Высота серег 17 мм, ширина 8 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес серег около 6 грамм. Ширина кольца 8 мм, его паспортный вес 5,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка натуральный везувиан. Вновь в нашем показе вставка, которая покорила наших покупательниц еще с прошлого видеообзора. И теперь же она в новом исполнении. Тот самый натуральный везувиан. Посмотрите, какие вставки, какая огранка. Так как минерал полностью натуральный, то вкрапления могут отличаться от представленных. Но в этом и вся его прелесть. Да и тренд на естественность с нами уже несколько сезонов подряд и вовсе не собирается отступать. Так что смело переходите по ссылкам в описании к этому видеоролику и заказывайте в свою коллекцию этот шикарный комплект. Размеры вставки в украшениях 14 на 10 мм. Высота серег 20 мм, ширина 14 мм. Рабочая зона крючка застежки 5,5 мм. Паспортный вес серег 7,2 грамма.
Размеры верхней части кольца 23 на 14 мм. Его паспортный вес 4,7 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на этих украшениях – натуральный пигматит. Еще одни грациозные украшения с натуральной вставкой – изысканным пигматитом. Этот минерал магматической горной породы из группы кварцевых минералов отличается прочностью и своей неоднородной структурой жил и вкраплений. И, конечно, как и многие красивые минералы, он нашел применение в ювелирном деле. Вы всегда можете уточнить при заказе у наших менеджеров, какой бы вы желали оттенок этой натуральной вставки и какую насыщенность по вкраплениям. Уверены, такие украшения обязательно должны быть в фамильной коллекции. Размеры вставки украшения 14 на 10 мм, высота серег 20 мм, ширина 14 мм, рабочая зона крючка застежки 5,5 мм, паспортный вес серег 7,8 грамма. Размеры верхней части кольца 23 на 14 мм, паспортный вес 4,6 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделия оксидирования, вставка, имитация жемчуга. Стильные и женственные украшения сейчас перед вами. Посмотрите, какой интересный комплект. На серьгах мы видим две жемчужины разного размера, на кольце одну. Но при этом по общему дизайну украшения прекрасно дополняют друг друга и вместе выглядят просто великолепно. Для того, чтобы заказать эти аксессуары, переходите по ссылкам в описании под видеороликом на сайт нашего интернет-магазина serebrnayaptitsa.rf. Диаметр жемчужин в украшениях 6 и 8 мм, высота серег 23 мм, ширина 10 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, их паспортный вес 5 грамм. Ширина кольца в самом широком месте 7 мм, паспортный вес 2,5 грамма. Колье из серебра 925 пробы в покрытиях золочения с элементами выборочного радирования и платинирования. Вставка на украшениях фианит. И вновь украшение с платинированием в нашем обзоре. На этот раз мы показываем вам колье с очень необычным геометрическим дизайном. Выглядит очень стильно и свежо. Отлично будет сочетаться с классической белой блузой или рубашкой, подчеркивая минимализм образа и при этом добавляя изюминку. Длина колье 40 см и цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес этого украшения около 4 грамм. Представляем вашему вниманию обручальные кольца в покрытиях золочения и вариант без покрытия. Они из серебра 925 пробы и отделаны алмазной гранью. Обручальное кольцо, как символ вечной любви и верности, сейчас может выступать уже не просто как атрибут, но и одновременно быть стильным аксессуаром и способствовать самовыражению. Оцените только, как сверкает алмазная грань. Выбирайте покрытие на свой вкус и сделайте себе и своей половинке бесподобный подарок на свадьбу или годовщину свадьбы. А поможет вам в этом интернет-магазин serebrnayaptitsa.rf. Ширина кольца 5 мм, паспортный вес 2,4 грамма.
Обручальное кольцо из серебра 925 пробы, покрытие украшений золочение и также вариант без покрытия. На обоих украшениях алмазная грань. Еще один вариант обручальных колец с очень необычным исполнением алмазной грани. Посмотрите, как сияет на солнечном свете каждая грань. Сколько блеска в этом самом главном семейном аксессуаре. Совершенно очевидно, что это кольцо будет одинаково отлично смотреться как на мужском, так и на женском пальчике. Поэтому выбирайте покрытие по вкусу и заказывайте его прямо сейчас. Ширина кольца 6 мм, паспортный вес 2,7 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы. Покрытие золочение с элементами выборочного радирования и радирования. Вставку на украшениях фианит. Минималистичные, трендовые и очень элегантные серьги. Они абсолютно точно должны быть в коллекции у каждой любительницы украшений. Ведь они отлично подойдут как к деловому, так и к повседневному и праздничному образу. Абсолютно универсальные изделия. Выбирайте покрытие и спешите заполучить их. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 2,8 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного радирования. Вставка в украшениях фианит и искусственная шпинель. Великолепный комплект под золото с восхитительной изумрудной вставкой. Просто очаровательные украшения. И как они подчеркнут яркий образ своей обладательницы. Надевайте вместе с любимым вечерним нарядом и поражайте всех вокруг своим изысканным выбором украшений от интернет-магазина «Серебряная птица». Серьги с английским замочком, их паспортный вес 5,2 грамма, паспортный вес кольца 3,7 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения с элементами выборочного радирования, вставка, фианиты. И вновь вариант украшений с ярким камнем, словно украшение из золота с гранатом. И выглядят они просто неотличимо. А насколько приятна разница в стоимости? Заходите на наш сайт и убедитесь в этом сами. Ссылки для перехода вы можете найти в описании к видеоролику. Будьте великолепны вместе с украшениями от серебряной птицы. Серьги с английским замочком, их паспортный вес 3,5 грамма. Паспортный вес кольца 2,3 грамма. Серьги из серебра 925 пробы. Без покрытия, вставка на украшениях фианит. Просто невероятная новинка, которая не оставит равнодушной ни одну любительницу украшений. Посмотрите только, как сверкают фианиты разного размера. Как изысканно смотрится их цепочка, которая свободно не спадает от мочки уха. Настоящий восторг! Смело надевайте эти серьги с одеждой, которая открывает плечи и шею, и получите безупречный образ. Паспортный вес этих серег 6,8 грамм.
Представляем вашему вниманию серьги и колье из серебра 925 пробы. Украшение без покрытия, вставка фианит. На самом деле это два самостоятельных украшения и не являются одним комплектом. Но только посмотрите, как шикарно они дополняют друг друга. Оба изделия без покрытия, фианиты в них одного размера с аналогичным креплением. И вот мы действительно уже можем сказать, что это колье и эти серьги были созданы друг для друга. А как считаете вы? Паспортный вес колье 4,3 грамма, серёг 4,5 грамма. На серьгах английский замочек. Браслет из серебра 925 пробы. Покрытие изделия оксидирование, изделие без вставок. В завершении нашего видеообзора великолепный браслет с грациозной извивающейся змейкой. Признавайтесь, ведь наверняка среди наших зрительниц есть любительницы таких необычных и дерзких украшений. И наверняка у многих в коллекции есть кольцо-змейка, например. Так вот, пора присмотреть ему в пару и вот такой роскошный браслет. Заказывайте его в нашем интернет-магазине «Серебряная птица» прямо сейчас, перейдя по ссылкам в описании к видео. Диаметр браслета регулируется по диаметру запястья. Его паспортный вес 14,6 грамма.